Здравствуйте, друзья. Жители Воронежа с криками «Довертели мы эти ваши санкции!» пересаживаются на козлов. Запряженный в повозку козел мчится по дороге. Такое зрелище жители села Новосолдатка наблюдают почти каждый день. Ну а что? Вы вообще цену на бензин видели? Зато не китайский, зато не в кредит. Зовут его Яшка. В доме Евгении Павловой рогатый появился 5 лет назад. Обычно у козла в деревне жизнь короткая, максимум 2 года, а потом на мясо. Но Яков родился под счастливой звездой. Под счастливой звездой подорожания топлива и ухода из России иностранных автомобильных брендов родился Яков. Евгения вспомнила навыки работы с лошадьми, а тот, кто раньше запрягал лошадь, тот и козла сможет запрячь. Как запрячь козла Евгения вспомнила? А то, что крепостное право отменили, не вспомнила. Теперь Яков возит свою хозяйку в магазины на заготовки сена. Есть, правда, свои особенности. По характеру козел похож на осла. Такой же упрямый, только еще и с рогами. Рога острые. Голова, когда бывает, махает, мухи кусает. Вот этим рогом очень больно, когда он бьет. О, еще один. Конкуренция. Чувствую, автомобильный бизнес в Воронеже под угрозой. Яшка выполняет свою работу добросовестно, но без лишнего энтузиазма. Особенно ему нравится дорога домой. В этом случае козла просто не остановить. Яшку не просто не остановить. Яшка еще сам умеет трогаться в горку, чтобы не заглохнуть. И умеет автоматически парковаться перед воротами. Первое время появление такого транспорта на улицах Новосолдатки вызывало ажиотаж. То, что в цивилизованном мире вызывает только смех и катание по полу, в России почему-то вызывает ажиотаж. Ролик с Яшкой в интернете набрал почти 1 000 000 просмотров. Хозяйка Рогатого к славе относится спокойно. Мечтает привезти Якова в Воронеж, чтобы катать детей в парке. Не, ну правильно. Воронеж большой город. Там не только можно детей в парке катать. Там и грузоперевозки. Можно мебель при переезде перевезти. Можно и туристов на вокзале встретить. И доставка продуктов. Россия – это все-таки страна возможностей. Для Яшки. Город Благовещенск. Люди возят домой воду на тачке бидонами. Привет, обманутый россиянин. Город Благовещенск, самый центр Богдана Хмельницкого, Горького. Ничего необычного. Нас никто не захватил, никто не оккупировал. Просто человек тащит домой бидон воды. Напомню, это самый центр Благовещенска, Богдашка Горького. Самая богатая полезными ископаемыми страна мира. 21 век. Люди везут воду домой в бидонах. Ничего необычного. Лада Гранта за 2 миллиона рублей. Воздуха наберите. Вот это Гранта. Это Лада Гранта. Обычная российская машина. И стоит она 1 980 000. Надеюсь, это номер телефона. 2 000 000 стоит. Я тебе больше скажу, братан. В следующем году она уже будет стоить 3. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Gardon Shop мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Gardon Shop – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко» Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Убийца
который отправил на убой почти 300 тысяч россиян, переживает об их детях. Так и продолжается, ладно? Здесь все важно, но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных. Человек, который собственных детей не признал, называет их «женщина номер один» и «женщина номер два», говорит, надо позаботиться о них, как о своих собственных. Так и будет, Владимир Владимирович. Мы именно проект направлен на то, что быть сыном, дочкой участника специальной военной операции – это гордо, это престижно. Быть талантливым специалистом, реализовать свой потенциал, принести пользу своей стране, заработать денег, обеспечить свою семью. В России это не гордо, не престижно. В России гордо и престижно остаться сиротой, чтобы в тебя тыкали пальцем и говорили, что твой папа – убийца. Британская разведка оценила безвозвратные потери России в 190 тысяч человек. Потери резко выросли на 90% в последние несколько недель, когда Путин и Шойгу начали отправлять мобилизованных на штурм Авдеевки. Почему выросли? Потому что из вооружения у мобилизованных только полуторки 30-х годов и крики «Гойда». Екатеринбург. Путинские менты спокойно сидят в машине, наблюдают и комментируют, как на улице убивают человека. Ой, ну, не видно, черт, я ой, что ты куда хочешь? Она разогнать? Да не надо ничего разгонять, ничего, где наша проблема, Гена. А за что, Гена? Человека убивают. Это не наша проблема. Наша проблема по 5000 рублей срубить, если человек вышел на улицу без маски. И ногами пинать людей в живот, те, которые выходят на митинги. Какой адрес? Какой? Скажите, я хотел полицию звонить. Помогите, так все в крови. Кто это? Кто это, не понял? Кто это? Да показывал, типа, вон же, ерунда. Походу конкретно. Слышишь? Угу. А? Наверное? Чего там? Сейчас подбежит. Не смотри на него, просто сиди здесь. Человека убивают. Не смотри на него. Просто сиди здесь. Мы полиция. Это не наше дело. Мы на маяка сказать? Да пошел ты, Маша. Не подъезжай туда. Да не подъезжай туда. Че ты, у нас все равно обед скоро. Навальный напишут на асфальте. Ну, тогда и поедем. Извините, скорую, а что там случилось? Быстрее. Так вы что, не можете позвонить 03, что ли? Так мы звоним, звоним. Ну так звоните, что? Что проблема? А, что, я за вас, что ли, скорую должен вызывать? В своем уме, а? В Воркуте открыли остановку с шариками. Посмотрите на это позорище. На Баргашоре открыли остановку. События мирового масштаба. Съехалось куча народу. Комментируют, снимают на видео. Ой, Господи, святое дело сделали. Шариками украсили. Позорище. Весь город в разрухе. За остановкой разруха. Дороги, руины, кругом позор, все кругом позорище. Они открыли остановку, шариками украсили.